Я не удивлюсь, если он сейчас разобьется. Не выживет, это бомбер так. А это что такое, вот это летающее, вот это летающее, вот это что иногда? Это вертолет. Охереть. Слушай, мужик, у нас тут чрезвычайная ситуация. У нас два друга там. После завода, у них там очень мало всего, там нужно им помочь. Уводи нас. Я сам заберу из плана, да. Ооо! Стой, они сейчас, наверное, спят, они, наверное, спят сейчас. В смысле, нам сходить? Да, сможешь? Ну, типа, если приземляйся. Там просто, я так, не спят, не обрежу. Пока спят они. Блин, кого он летит? Ты это видишь? Это страшно выглядит. А здесь вождение от третьего лица? Я хуй. А да, если от третьего у него, то это админ. На третьего. А вот я стал, заходи. Не, да не надо заходить, мы сели просто. Нас парни в танке отправятся, товарищи. Давайте быстро бункер заходите. Машину после выброса. Закрой. Ну проходите. Все, зашел. Ебать. Заходите.